Вот. А сейчас наш разговор продолжит Божидаров Марина. Got such a richness of expressions that it takes two lifetimes to really learn all of them, and I'm learning more and more every day. Unfortunately, a sign that the world is getting worse and worse is the fact that 10 years ago I was able to deliver a speech in Russian without writing it, and today I can't. So the world's getting worse and worse, you know, and my knowledge of Russian is a proof for it. All right, but first of all, I'm really humbled and privileged to be here with such big names. I'm not a big name like them, and really for me it's a great privilege not only to be with them, but also be with y'all here, be a small part of the development of liberty here in Russia. And the ideas of liberty, and I don't want to mention capitalism, but I'll have to mention capitalism, because I love capital too. And also, want to just give you what I see as an overview of what is happening here. And this is Professor McCloskey, was giving a lecture on the moral foundations of capitalism. And she mentioned Christianity, although she said that you don't have to have Christianity to develop capitalism. And then, of course, Tom Palmer is talking about the natural law and natural rights of man. Now, I'm going to go to the other extreme. I'm going to say that there's only one, and I know Tom's going to disagree with me, but that's okay. And that there is only one legitimate foundation, and it's religious, for capitalism. And now, Tom told me that he was in France, he delivered a lecture in French, and really those French people were crying, they had tears on their eyes hearing the language of Molière and Racine from his mouth. I mean, people were just having tears. Now you're gonna have tears, but not of joy, but of laughter, listening to this Bulgarian trying to по-русски болтать. Риторика в основе капитализма и этика в основе этой риторики. Не с благоволением мясников и бавара или пекарь я ожидаю мой свой ответ, а с их соображения личного интереса. Относимся не к их человечности, а к их себелюбию, и мы никогда не говорим им о наших необходимостей, а о них пользах. Кто это сказал? Адам Смит. Мы удалились очень много с Адамом Смитом и его времени. 250 лет назад эти слова с их богатства народов считались очевидным фактом. Несмотря на нашу современную мифологию, касаемо воображаемых себе заблуждений христианства, никто во время Адама Смита не ожидал ни бясник, ни пекарь быть мотивированным альтруизмом. Идея греховности и следовательно эгоизме человека, или, можете сказать, его личный интерес, был установленным религиозным учением и, следовательно, установленным социальным учением. Она не была заключением, до которого Смит пришел после много размышлений.
философствования и логики, она была необходимым условием для его социально-экономической теории. Он заявил эту идею в самом начале своей книги, в первой главе. Книга очень ценна насчет многих проникновений, но это не было никаким проникновением, только очевидным условием для более важных открытий книги. Только в наше время, когда мы бомбардированы всякими неестественными доктринами и идеологиями, которые извращают реальность человека и его общества, мы смотрим на эти слова Смита как глубокая мудрость, изменяющая наши парадигмы и мировоззрение. Этот цитат является самым популярным из всего, что Смит написал, для тех, которые читали Смита и которые не читали Смита. В одном или другом виде он цитирован, очень часто его используют в защиту свободы и капитализма, лесефер и свободного рынка. Мы и так отравлены ложными и неестественными концепциями социализма и коллективизма, как справедливая доля, солидарность, социальная справедливость, социальное обеспечение, что концепция вселения так чудно создана и сделана на пользу человека, в которой человек может служить своему ближнему, даже когда мотивирован своим эгоизмом, очень чужая для нас. И концепция собственного интереса в службе общества не является данным, как у Адама Смита, но как откровение свыше. Мы удалили с Адама Смита его время. Что он его современники считали данным, мы не можем читать данным сегодня. Исторический контекст изменился, и, следовательно, наша способность толковать действительности тоже изменилась. Адам Смит, конечно, останется нашим героем, как должно быть. Мы как либертарианцы не поклоняемся политическим спасителям, мы ценим интеллект, который способен сказать истину о нас и нашем обществе. Чтобы мы знали, как быть свободными. Истина сделает вас свободными, да. То, что мы ищем, это свобода. И Адам Смит был одним из самых величайших защитников свободы. Даже не использовал название капитализма, как уже и говорил. Он называл свою систему «системой совершенной свободы» или «естественной свободы». Но проблема у нас такой. Можем ли мы понять Адама Смита, как его современники понимали его, в тот же самом контексте, и как он сам понимал и толковал то, что он написал. Пример, который я дал, покажет, что нет, мы удалились от него. Не можем схватить исторический контекст. Иногда мы просто не знаем ничего об историческом контексте, потому что никто нас не научил. А может быть, просто предпочитаем игнорировать исторический контекст, потому что у нас наши любимые предрассудки. Исторический контекст был их времен не согласен с нашими предрассудками. Этот недостаток является важным контекстом нашего понимания капитализма и идей свободы. И особенно, когда мы читаем ранних отцов капитализма. Например, мы редко останавливаемся, чтобы подумать, что, хотя Адам Смит был прав, что у нас есть хлеб и мясо, и автомашины, и айпады, и Windows благодаря эгоизму, или назовите его личный интерес, пекарей, мясников, автомобилостроителей, Стива Джобса и Билла Гейтса, обратная логика не всегда правильная. Хорошие вещи произведены собственным личным интересом. Но не можете всегда верить, что личный интерес будет производить хорошие вещи всегда. Да? Да, в Шотландии время Адама Смита могли верить собственный интерес большинства людей, чтобы он служил обществу и так производил богатство для производителя. Но в наше время, например, в России, Болгарии, Центральноафриканской Республике, можем ли мы доверяться, что личный интерес всегда будет производительный, а не, например, будет красть или устанавливать диктаторский режим? Гитлер, Сталин, мы не считаем их альтруистами, да? Смит мог сказать в своем времени, тот, кто предлагает транзакцию, предлагает следующее. Дай мне то, что я хочу, и я дам тебе то, что ты хочешь. Это смысл каждого такого предложения, и тем способом мы получаем все хорошие вещи, которые мы нуждаемся. Но не можем сказать то же самое сегодня. В большинстве случаев в странах, как Россия или Болгария, оферта такая. Дай мне то, что я хочу, и я тебе не причиню боль.
Дай мне то, что я хочу, я не наношу вред, не убью, не посажу в тюрьме, не завлеку в суд, не пошлю в ГУЛАГ, не истязаю и так далее. И это предложение тоже мотивировано личным интересом, как и предложение, о которых Адам Смит говорил. Наши социалистические, этические друзья, которые нас критикуют за наше доверие в личный интерес, частично правы. Они не правы в том, что они доверяются государству поправить это зло. Но мы все еще домашнее задание найти ответы не выполнили. Тот же самый личный интерес производил один результат в Шотландии Адама Смита и другой в России в 21 веке. Как это возможно? Был ли Адам Смит неправ доверяться личному интересу как социально полезный фактор? Или может быть проблема в том, что мы не понимаем или игнорируем специфичный исторический контекст, в котором Смит писал? Возможно ли, что в Шотландии в 18 веке было что-то, например, специфичное культурное или религиозное наследство, которое сделало Шотландии различным, чем Россия? Или Болгарии, или современные Соединенные Штаты. Я как-то немножко забегаю вперед. В июле этого года я имел прекрасную возможность прочитать одну из самых интеллигентно написанных книг последних двух десятилетий в Западе. Я считаю эту книгу самым важным трудом в области экономической истории и социологии с времени книгой Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Книга представляет очень ясно и развлекательно, и все-таки академически подробное опровержение всем материалистическим аргументам для возникновения и развития капитализма. Вопрос в самом начале был очень убедительным. Что создало современный мир с экономическим ростом более 10% по сравнению с миром 200 лет назад? И может ли экономическая наука объяснить это? Ответ, конечно, не может. Экономическая наука беспомощна. Ответ по своей природе не экономический. Он также не материалистический. Все аргументы, как накопление капитала, торговля, бережливость, экспроприация были опровержены на страницах этой книги прекрасной элегантности, остроумием и железной логикой. Ваш нормальный марксистский профессор или европейский, или русский бюрократ, или председатель Федерального резерва США не хотели бы знать об этой книге. Эта книга заявляет, что существует только одна причина для появления современного мира. И эта причина не какая-нибудь экономическая или государственная политика. И не какое-нибудь сочетание природных или экономических ресурсов. Причина – человеческая изобретательность и новаторство. Но человеческая изобретательность и новаторство не существовали ли они до 16 века, когда капитализм появился? Существовали, конечно. Но в 16 веке появилась новая социальная риторика в маленькой стране в Северо-Западной Европе. Риторика, которая нанесла серьезный удар на старые предрассудки против менеджмента, деньги, новаторство, бизнес и так далее. Риторика, которая достигла до сердца наций и до сердца индивидуальных граждан, освободила волна творчества и новаторства и желание найти новые и лучшие способы служить других людей и проспирировать служением других людей. И это была новая модель героической и смысленной жизни. Эта риторика дала начало капитализма и идей, которые произошли от его. Свобода, ограниченное государство и так далее. Человеческая изобретательность не могла бы освободиться, если эта риторика не работала как огонь в сознании людей, создавая новую социальную мифологию, образно говоря, и новый социальный герой. Новаторский предприниматель, который находит новые способы увеличить благосостояние всех. И тем способом свое личное благосостояние. Я был очень взволнован этой книгой. В этом времени, когда я был в процессе читания книги и рассуждения о том, что я находил, а даже что не находил в книге, но было быть в книге, Даниил Горбатенко послал приглашение на этот форум. Я ответил, что я приму, но я хочу говорить по конкретному предмету. Риторика в основе капитализма и этика в основе этой риторики.
Я хотел воспользоваться возможностью говорить о том, что я не нашел в книге, но, по моему мнению, должно быть в ней. И Даниил показался очень сообразительным парнем. Как-то угадал мои мысли. Он ответил: «Тема у вас окей. Но, пожалуйста, имейте в виду, что первый раздел форма «Нравственные чувства» будет панельной дискуссией между вами, Дерджи Маковски и другими экспертами. Но, пожалуйста, имейте в виду». Перевод. Я знаю, с кем вы задираетесь. Я не знал до того, кто другой будет участвовать. Для меня это было очень интересно и благоприятно. Я считаю себя привилегированным сидеть рядом с автором этой книги. Книга, конечно, буржуазное достоинство, почему экономическая наука не может объяснить современный мир. Я, конечно, не на интеллектуальном уровне профессор Маковски, чтобы заявить оценку на книге. Если бы я был, оценка была замечательна. Я все-таки могу сказать, что я ожидал найти в книге, но не нашел. Я ожидал найти ответ на вопрос, почему Нидерланды? Почему новая риторика, которая дала импульс капитализма, освободила человеческий потенциал на производительное новаторство и накопление благосостояния, родилась в маленькой, бедной стране на окраину земли, я верю, плоской земли, да? Не имеющей никаких экономических ресурсов и никакой традиции производительности или новаторства? Этот вопрос очень важен для меня. Надеюсь, что для вас тоже. На 7-й странице в моем экземпляре автор говорит следующее появление капитализма. В частности, you understand this is the beginning of the translation in Russian, okay? This is the first step. В частности, 3 века назад в местах, как Голландия и Англия, речь и мысль насчет средний класс начали изменяться. Ежедневные разговоры насчет новаторства и рынки стали более позитивными. Теоретики стали смелее пересматривать свои тысячелетние предрассудки к буржуазии. Да, риторика изменилась. Почему изменилась в Нидерландах и после этого в Англии? Вот это был мой вопрос с самого начала. В конце концов, риторика не изменяется просто так, без никакой причины для изменения. Человек не просыпается утром, думая, сегодня я изменю мою риторику. Из негативных на позитивных предрассудок насчет буржуазии. Также и общество не изменяет свою риторику на одно поколение без хорошей причины. И причина не может быть материальной, имейте это в виду, потому что материальные условия в Нидерландах присутствовали в других странах тоже. Но не было изменения в риторике. Прибавляя к моему любопытству и делая мой вопрос даже более важным и практическим, профессор Маковски продолжает после этих слов в скобках. Жаль, что речи, предрассудки и теория не изменили сразу в Китае, или в Индии, или в Африке, или в атаманских землях. Лишь сегодня они изменились, вопреки сопротивлению европейских прогрессивов и неевропейских традиционалистов. Ну и я подумал, вот и у вас очень специфичная разница между обществами Нидерланд и Англии, с одной стороны, и другими обществами другой. Эта риторика появилась в Нидерландах и в Англии. Эти два народа или общества не подражали никому. Она появилась естественно от того, чего они имели, никакой другой народ не имел. Другие народы, как книга объясняет, подражают. Современная Индия, Китай, Россия, Болгария подражают Западу в этой риторике. Они ее не произвели как плод их естественного исторического развития. Это очень значительная разница. Значительная, потому что если мы не сумеем найти идеологический зародыш этого изменения риторики, мы бы знали, что делать, чтобы восстановить эту риторику в нашем веке этатизма и социализма. Или даже укрепить ее, чтобы будущее поколение были бы свободнее, чем наше собственное. Наша забота, будущее человечества, должна побуждать нас найти причины из-за благоприятных явлений в прошлом и работать, повторить их,
чтобы сделать их господствующими постоянными принципами. В противном деле, чем же история полезна для нас? Если мы с ее не учимся, не стараемся повторить, или, может быть, не повторить ее. А что, если будущее мы или наши потомки потеряем эту риторику? И хотели бы и возродить ее как-нибудь? И как можем ее сохранить или возродить, если не знаем, что породило ее вначале? Мы хотели бы знать, что породило эту риторику, которая произвела такие чудесные результаты. Так что мы ищем этот уникальный, нематериальный, культурный или интеллектуальный фактор, который господствовал в Северных Нидерландах в конце 16-го и начале 17-го века, и после этого в Англии и Шотландии и североамериканских колониях. Отметьте внимательно. Должен быть господствующий фактор, чтобы считать его достаточным изменить риторику народа. И уникальной к культуре этих народов. Чтобы объяснили почему некоторые народы приняли новую риторику, а другие только подражали позже в условиях яростного сопротивления. Я знаю о только одном таком факторе. Если есть другой фактор, я бы хотел знать о нем. Этот фактор – кальвинизм. Точнее, имея в виду, что многие будут искушены и ограничить смысл этого слова до нескольких теологических постулатов, это очень частая ошибка в нашем теологически необразованном веке. Я бы хотел расширить тему. Кальвинизм и его последовательное и всестороннее мировоззрение. В резком отличии от мировоззрения католицизма и лютеранства. Или от анабаптистской теологии некоторых обществ в Нидерландах. Моя теза, что кальвинизм и его всесторонняя система этики, всесторонно, потому что она охватывает более, чем просто провела поведение, как и позже, положили основу за риторики, которую профессор Махловский объявила причиной для развития капитализма и свободы, и которая риторика освободила человеческое творчество и новаторство до уровня, который не существовал в истории до того. Если вам нужна основа свободы, она вот и там, в учении и теологии Жана Кальвина. Называем некоторыми историками настоящим отцом-основателем Соединенных Штатов. И даже если вы с этим названием не согласны, по меньшей мере он отец-основатель Нидерландской Республики. Видите ли, Северные Нидерланды были подвержены революционному преобразованию между 1540 и 1560 года. Преобразование, которое достигло более глубоко, чем простая политическая революция в 1572 году. Это революционное преобразование было в религиозном посвящении большинства населения к северу от рек. И даже по побережью Южной Нидерланды, сегодня Бельгия, где оно позже было потушено. С точки зрения нашего светского века, и особенно этих из нас, которые родились и росли под официально атеистическим режимом, религиозное преобразование обычно кажется без практического значения по сравнению с политическими или экономическими преобразованиями. Но это было Европа в XVI веке. И за тысячи лет до того она определяла себя как христианский мир. Как цивилизация, где определяющий принцип для всего общества, культуры, права, этики, искусства и так далее было вера Иисуса Христа и верховный авторитет христианской церкви. Каждое изменение в основном принципе самоопределения общества всегда практически значимое, несмотря на наши современные предрассудки. Между 1540 и 1560 года нидерландское общество было под влиянием того, что называли изгородные проповедники. Немецкие, швейцарские, нидерландские, кальвинистские проповедники использовали изгороди возле дорог, как амвоны, проповедуя и евангелизируя людей. У них была серьезная конкуренция, конечно. Католицизм не сдался без борьбы, лютераны и анабаптисты тоже были там. Но кальвинизм победил и стал самой значительной силой в нидерландском протестантстве и, следовательно, в нидерландской культуре. Прежде всего, потому что, как профессор Джонатан Издрел говорил,
со своими ясными учениями и внушительной структурой. Он сделал возможно для протестантских Нидерландов превратиться в более могучее движение, чем было возможно до того. Он написал, я думаю, что это 1300 страниц «История Нидерландов». Нидерланд, стой, Нидерланд. С 1540 до 1806 года. The Dutch Republic. Замечательная книга. И кальвинизм остался самым могучим фактором в Нидерландской Республике на долгое время, до просвещения в начале 19 века. И потом остался значительным фактором до середины 20 века. Между 1572 года и конец 18 века все политические, интеллектуальные, социальные, экономические, артистические, правные и колониальные развития нидерландской общественной жизни были под влиянием учения Кальвина и его интеллектуальных и духовных наследников Нидерландов. И все борьбы были дефинированы на основе за или против кальвинизма. Другие факторы были незначительны. Даже в 1688 году славная революция в Англии, которая была вполне организована и проведена нидерландцами, несмотря на современные английские учебники по истории, была определена как протестантская революция. И даже ветер, который довел армаду Уильяма Мэри до Англии, был назван протестантский ветер. Восход кальвинизма в Нидерландии является господствующий общественный фактор, который способен даст нам единственное возможное объяснение для появления новой риторики. Он произошел только на поколение до ее появления, произвел значительный интеллектуальный разрыв с прошлым и был всесторонний и последовательный. И был он так господствующий, чтобы объяснить преобразование риторики в обществе. Если исключим кальвинизм от этого уравнения, мы останемся слепы к истинному историческому контексту. А без того не можем объяснить ничего того, что произошло и почему оно произошло. И почему в Нидерландах. Он тоже объясняет, почему некоторые народы были готовы в самом начале принять той же самой риторики и даже превзойти нидерландцев. Тот же самый религиозный и культурный фактор присутствовал и действовал в Англии, в Шотландии, в Швейцарии, в североамериканских колониях в том же самом историческом моменте, когда Нидерланды становились совершенным кальвинистским обществом. Та же самая риторика стала естественна для тех же самых народов, потому что общественная основа была та же самая – кальвинизм. Они не подражали, они не учились у других культур, как Китай, Латинская Америка, Африка сегодня учатся от Европы. Они развили ее, и связь между этими народами очевидна, если обратим внимание на исторический контекст. И связь – это кальвинизм. Если возвратимся к нашему герою Адам Смит, было бы полезно вспомнить, что Шотландия в 18 веке была очень уникальным народом и культурой, как Нидерланды в 16 и 17 веке. Она была пропита кальвинизмом. Духовный, интеллектуальный, моральный климат народа были формированы религиозными и теологическими борьбами прежних двух веков против католицизма внутри и против политические попытки английских королей наложить англиканизм на Шотландию. Шотландия была так формирована проповедованием кальвинистских проповедников в традиции Джона Нокса, как Нидерланды были проповедованием изгородных проповедников в 16 веке. Адам Смит, конечно, не был свободным от этого влияния. Многие комментаторы отмечают, что хотя он редко ссылается на Бог и на божественное влияние, дух его писаний очень далеко от современной мысли. Его писания наподобляют секуляризованный кальвинизм, принимая за данные философские и социальные учения кальвинизма, хотя и он редко упоминал Бога. Нравится это вам или нет, признаете или нет, философствуете или нет, попытаетесь опровержать или нет, наши современные идеи о росте, новаторстве, ограниченном государстве, капитализме, у них всех один родитель. Теологические учения Кальвина и всестороннее мировоззрение, следующие из них, контролирующие каждую мысль и действие от личной морали и психологии до экономической этики и государственной политики. Или сказать по-другому,
Макс Вебер был прав. По меньшей мере, в основном заключении его тезы. Как видим позже, я предложил лучшую методологию. Конечно, мы знаем, что есть современные социологи, старики, экономисты, которые говорят уничижительно о тезе Вебера, предлагая аргументы, почему эта теза не может считаться валидной. Говорят, что Вебер был опровержен несколько раз. Я обычно смотрю на эти претензии, смеясь, находя в них прекрасный пример попытки разбивать камень голыми руками. Те, которые пытаются опровергать Вебера, должны представить убедительный аргумент о другой причине за появление капитализма. То есть другое господствующее культурное влияние в том же самом периоде, в тех же самых культурах и с тем же самым историческим расписанием появления и развития. До сих пор критики Вебера не были способны найти ничего, кроме материальных факторов. А как мы знаем с книгой профессора Макловски, материалистическое объяснение просто недостаточно. Честно говоря, я согласен, что теза Вебера сама по себе недостаточна. Не в заключениях, а в логике. Вебер выбрал очень ограниченный аргумент в защиту своей тезы. Есть более всеохватный и всесторонний аргумент, который был развит в последних четырех десятилетиях, и он игнорирован в современной академии, которые предпочитают задираться ограниченным аргументом Вебера, ничего кроме этого. Потому что Вебер легче опровергать. Игнорировать валидные аргументы всегда стоит дорого, конечно. Оно приносит нарастающее непонимание действительности. Но позвольте мне представить вам этот аргумент, чтобы не оставаться впечатлением, что единственный аргумент у меня — историческое совпадение появления кальвинизма и появления капитализма. Моя теза в том, капитализм или свобода, или новаторство, или культура предпринимания, как хотите, назовите, как культурное влияние, основанное на более чем простой риторике, а не основанное на всестороннее мировоззрение, которым в целом, как и в отдельных частях, поощряет каждый хороший аспект мы ценим в капитализме и свободе. Он не был мотивирован лишь одним единственным импульсом или одной единственной причиной – риторикой или доктриной или психологической мотивацией. Это была система убеждений, которая родила капитализм. Система так последовательно организованная, логическая, взаимосвязанная, что она может объяснить и метафизические вопросы возникновения Вселенной, и личную мотивацию и интерес индивидуального человека. Без этой системы капитализм никогда бы не появился, и без сохранения этой системы он исчезнет, если найдем способы ее восстановить. Я согласен, что капитализм родился от новой риторики. Но я тоже заявляю, что эта новая риторика не родилась бы, если не было новой этики. И когда я использую этику, это не в смысле правила поведения, а этика в широком смысле, всестороннее мировоззрение. Я знаю, что некоторые из вас сторонники Мизеса, и вы не хотите говорить о вопросах метафизики. Но мы должны говорить о вопросах метафизики. Так что, пожалуйста, сохраните ваше терпение. Чтобы капитализм появился, нужны были пять специфические убеждения. Я сейчас объясню эти убеждения и тоже объясню, почему он не возник бы без них. Во-первых, нужна вера в единую реальность. Это не то же самое, как единая Россия. Да? Разница в том, что единая реальность реальна. И с этой верой последовательная эпистемология, то есть теория познания, которая дает уверенность индивиду и обществу, что познание возможно и тоже возможно практически его приложить. Без веры в единую реальность не будет научной методы, не будет технологического прогресса, не будет новаторства, не будет уверенности, что децентрализованная ценовая система может даст полезную информацию.
не будет уверенности, что то, что новатор пытается создать, послужит другим людям в разных географских и культурных обстоятельствах. Очень важно, особенно когда читаем Адам Смит, мы должны отметить, что он часто ссылается на Вселенную, на универсальные законы, вот единая реальность, там, на универсальные принципы и так далее. Племена в джунгли, которые верят в фрагментированную реальность, контролированную местными демонами, не могут и никогда не произведут ничего похожего на капитализм или новаторство. Нужна вера в единую реальность. А я бы собирался с кем-нибудь атеизм тоже, с своей эпистемологией агностицизма. Иронично, что теория познания атеизма называется агностицизм, не могу знать, тоже не способен родить новаторство или капитализм. Во-вторых, нужна вера в предназначение человеческой жизни на Земле. Я говорю о индивидуальной человеческой жизни, не как коллектив, а как индивид. По существу капитализм и новаторство нуждаются в освобождении сил индивидуального человека. Человек не занимается долгосрочными инвестициями и открытиями, то есть жертвование денег, времени и усилий, если он не считает своя личность как личность с предназначением. Человек без предназначения будет бюрократом. Или, если он более моральный, попрошайкой. Непростое совпадение то, что все книги, написанные миллиардерами, советуют читателю иметь предназначение в жизни. Что-то, цель в жизни. Коммунизм, уничтожая легитимность индивида как общественный участник, тоже уничтожает предназначение человека. И так он уничтожает жертвоготовность, предпринимательство и новаторство. Поэтому и коммунизм является такой неморальным. Во-третьих, капитализм нуждается в вере в трансцендентную этическую систему. Уже говорили об этом. Профессор Маклоски говорил об этом. Система, которая практически приложимая, этическая система, она должна быть трансцендентной, то есть свыше, чтобы она не родилась из личного интереса одного человека или группы. Но она выше, чем человеческий интерес, и, следовательно, поддержана высшим авторитетом. Капиталист или новатор, который хочет выгоды из своих инвестиций, открытий и жертв усилий и времени, хочет быть уверен, что у других те же самые этические ценности, так что никто плоды его труда не ограбит. И он не будет остановлен завистью других. Общество, где каждый человек закон для самого себя, и где законы намерены благодетельствовать сильных, не развивает капитализм. Мы знаем очень хорошо это, да, в России, в Болгарии. Центры больших городов США и страны третьего мира являются хорошим доказательством. Четвертое, капитализму нужна вера в предсказуемую вселенную. То есть вера в исторические санкции за моральное поведение. Конечно, предсказуемость никогда не будет совершенной и идеальной в нашем мире, но можем предвидеть вероятность успеха отдельных действий, можем рассчитывать на нее. Но более важно, нужно верить в предсказуемую вселенную. Первые предприниматели в Нидерландах инвестировали и рисковали без никакой прежней информации, несмотря на шансов и на то, что ожидали. В Индии или в мусульманском мире, с другой стороны, нет веры в предсказуемой вселенной, которая награждает трудолюбов и наказывает ленивцы. Так что нет усилия на предпринимание, кроме среди людей, которые восприняли европейское мировоззрение. И пятое, капитализму нужна вера на будущее. Предсказуемость недостаточна, если то, что она дает, пессимизм насчет будущего. Позитивное ожидание неизбежного роста в будущее, несмотря на личные временные ошибки человека или группы, которые человек или группа допускает сейчас и здесь, жизненно важно для мотивации человека инвестировать и изобретать. С
солдат, конечно, не уходит в бой с желанием, если уверен, что битва уже проиграна. Предприниматель не инвестирует деньги, время и усилия, если он ожидает, что будущее будет хуже, чем настоящее. Все эти пять – единая реальность и эпистемология, индивидуальное предназначение, этичная система, предсказуемость и надежда – должны присутствовать в мировоззрении, чтобы оно произвело капитализм и новаторство. Если не будет лишь одного, не будет капитализма и не будет новаторства. Современный мир родился на основе мировоззрения, которое имело все пять. Никакая другая система не имела их, и вправду никакая другая система не была бы способна иметь их. Был бы католицизм или православие в христианском мире, или атеизм, или просвещение, которые появились намного позже. Или социализм, или светский гуманизм. Во-первых, со своим учением о Божьем верховенстве или суверенитет Бога. Это говорит, кальвинизм дал веру в единую реальность и дал последовательную систематичную эпистемологию. Поэтому это иронично, что современные критики кальвинизма сосредоточаются на учении предопределения и тратят время и бумагу его опровергая или исследуя. Современные критики Вебера занимаются тем же самым и обращают непропорциональное внимание на роль предопределения для формирования протестантской этики. Но правда что в том, что предопределение только следствие в кальвинизме. Оно следует от более важной и более центральной доктрины – суверенитет Бога. Кальвинист не работает, потому что он не уверен, если он предопределен или нет. Хотя это имеет некоторую роль. Он работает, потому что он верит, что весь мир, включая кальвинист, самый кальвинист, с его умениями, дарами и талантами принадлежит Богу. И Бог – законный государь мира, который приказал, что люди работали. Мы работаем подражать Богу в его этике. И Бог всегда работает, как Новый Завет показывает. Работа и трудолюбие, следовательно, следуют от стимуля намного фундаментальнее, чем просто предопределение. Они следуют от веры в Бог как Создатель и, следовательно, государь мира. Учение о Боге как Создатель тоже дает нам систематичную и последовательную теорию познания, которая нам нужна. Оно решает проблему, которая мучит все философии, даже если они не признают или не сознают это. Как объяснить способность человеческого сознания толковать реальностью снаружи сознания? У вас ум, у вас сознание, и вот там мир. А как объясните связь между вашим сознанием и миром? Кальвин начал его институты и христианской религии, говоря о эпистемологии. Посвятил большая часть его первой книгой познанию о Боге и о человеке. Это организованная и последовательная система познания все еще не имеет равных никакой философии. Правде говоря, современная академическая общность уже отказалась пытаться найти другую такую систему. Второе, кальвинизм придавает особое значение учению о мандате владычества, по-английски это dominion mandate, которое Бог дал человеку в первой главе Библии. Владычествуйте над всей землей. У человека есть миссия дана Богом накоплять познание, развивать науку, увеличивать ресурсы под его управлением, улучшать жизнь своего себя и своей семьи и улучшать жизнь других человеков. Каждый индивид имеет индивидуальное специфическое дарование, дано ему использовать на службе Богу и человеку. Это предназначение индивида, и этот импульс был особенно силен среди английских пуританов и шотландских пресвитериан. И исполнение этого предназначения было знать, что человек невозрожденный, следовательно, не спасенный. Это была могучая мотивация для людей жертвовать, исследовать, изобретать, работать и покорять мир. Никакая другая религия не дает такую сильную мотивацию. Третье. Кальвинизм настаивает на продолжающую валидность Божьего закона Библии. И его превосходство над всеми правными системами, созданные человеком. Закон дан откровением, то есть это трансцендентный закон. Не создан для целей правителей или политической группой. И вот этот закон был в основе культуры и права этих обществ, которые мы сейчас считаем месторождениями капитализма. И особенно Нидерланды. Как Кальвин в Женеве, реформатские проповедники, церковники редко ограничивали свою деятельность до церковного амбона. На каждом месте они были активными участниками в законодательном процессе.
и Библия была верховный авторитет. Сегодня как-то модно, особенно среди интеллектуалцев, говорить только о рестриктивных законах, которые они принимали против других религий и убеждений. Но правда в том, что рестрикции имели незначительную долю в их законодательстве. В основном, законы, принятые в Нидерландах, Англии, Шотландии, североамериканских колониях, были касая экономические диспуты, защита против обмана и насилия, защита сиротов, вдов и странников против потесничества, регуляция экономических взаимоотношений между должников и кредиторов, между работодателями и работников и защита семьи от государственного вмешательства. Оливер Кромвель, например, был первый правитель, который организовывал Совет защиты малого бизнеса. И одна из среди самых популярных проповеди пуританского проповедника Коттона Малера в американских колониях является честное отношение между должника и кредитором. Это проповедь. Джон Уидерспун, учитель многих отцов-основателей Американской Республики, говорил очень ясно о связи между религиозной и экономической свободой, когда поощрял их бороться за свою независимость. Четвертый кальвинизм доставил веру в предсказуемость Вселенной через свой взгляд на заветные санкции боев истории. Вкратце, этот взгляд говорит, что если народ покоряется Божьему закону и работает исполнять мандат владычества, он будет благословен преуспеванием. То же самое относится к индивидуам, хотя и некоторые индивиды может быть выбраны для другого вида свидетельства. Человек может быть уверен, что его жертва принесет прибыль не только в будущем после смерти, но также в истории, нарастающим благосостоянием и владычеством и влиянием для его детей и его народа. Я часто удивляюсь воодушевлению современных атеистов, когда они читают Адама Смита. Его книги превосходный пример этой веры в предсказуемой вселенной, где моральные действия награждаются, а неморальные наказываются. Даже если Адам Смит не ссылается на Бога. Но атеизм по своей сущности отрицает такую связь между моральным действием и материальным последствием. Тогда чему воодушевляться? Вольтер, этот великий враг христианства, был все-таки достаточно разумный и защищать веру в Бога, хотя и бы потому, что без нее не будет ни предсказуемость, ни этики во вселенной. Ожидание награды в этой жизни на земле – могучая мотивация, как и знаем с анализов австрийских экономистов о социальной функции прибыли. Но прибыль существовала всегда. Нужен был очень специальный взгляд на них, чтобы превратить их в мотивацию для появления капитализма. И пятое, это последнее. Кальвинизм доставил оптимизм на будущее через восстановление учения Божьего Царства на земле. Теологический термин этого учения Господи не обязан, но я не буду говорить подробно о нем сейчас. Все нидерландские теологи между 1540 и 1750 года были постмиллениальны. Следовательно, проповедовали позитивный и оптимистический взгляд на будущее. Все пуританские и пресвитерианские проповедники в Англии и Шотландии тоже были постмиллениалистами. И теологический оптимизм был господствующим фактором в американских церквях до Первой мировой войны. История понималась как позитивное развитие и прогрессивное приложение библейских истин в жизни общества. И, следовательно, все неудачи человека или общества считались современными. Этот неугасимый оптимизм изменил отношение к жертвоготовности и новаторству. Можно сказать, что он является самым важным фактором для появления новой риторики и освобождения творческой силы человека. Маркс был так впечатлен силой исторического оптимизма, что он советовал свои соратники на Гаагском конгрессе в 1872 году не быть как христиане, которые веровали в Божьем царстве на земле, но потеряли это веру. На другом месте я защищаю тезу, что самый важный принос Маркса к теории коммунизма не его экономика, а его проповедование оптимизма. Без этого оптимизма Нидерландская республика не была бы способна выжить и даже преуспеть через все проблемы и угрозы в 16 и 17 веках. То же самое и Англии, Шотландии и Америке. Вернуться к Адаму Смиту, все эти пять элементов можно найти в секуляризованной форме в его писании. Божье верховенство, мандат владычества, закон Бога, заветная санкция, оптимистическая надежда на будущее. И можем их найти в основе каждого общества, которое развило капитализм и новаторство само по себе, без подражания других обществ. И даже когда есть подражание, индивидам наложится оставить мировоззрение своей религии или философии и брать взаймы мировоззрение кальвинизма, чтобы растеть и изобретать. Оно очень сильная мотивация. Но единственная мотивация, даже если те,
которые находятся под его влиянием, не осознают или не признают этого. Заключение моей тезы. Современный мир, как его мы знаем, мир капитализма и технологического и социального новаторства, и мир идеи индивидуализма и свободы родился от риторики, которая работала в сознании людей освободить скрытого потенциала их творческих сил. Но эта риторика не появилась просто так. Сама по себе она была продукт более всестороннего и революционного преобразования мировоззрения людей в Нидерландах, Англии, Шотландии и Швейцарии. И это был кальвинизм. Сегодня эта риторика находится под угрозой. И она под угрозой, потому что этика в основе потеряна. И мы, как либертарианцы, стараемся восстановить риторику капитализма. Но часто мы стараемся не как правильно. Мы хотим добиться плодом, но без корней. Мы читаем Адама Смита, восхищаемся этими ранними защитниками капитализма и свободы. Мы тоже настаиваем игнорировать их исторический контекст, просто потому что он не согласен с нашими религиозными предрассудками. Но риторики не восстановить, пока мы слепы к очевидному и пока не понимаем основу. И когда поймем, должны работать на восстановление мировоззрения, которое создало риторику, чтобы оставить лучший мир для наших детей, мир свободы. Это мировоззрение реформации, и конкретно кальвинизма. Nobody laughed at my Russian, I appreciate it. Come on, you can laugh. Oh. Большое спасибо за очень такой сильный, убедительный тезис по поводу кальвинизма. Вот, я хотел бы, наверное, добавить, хотя это всегда ответы на подобные вопросы условные, вот, но я бы, наверное, сказал, что и либерализму, как мы его знаем, мы тоже обязаны кальвинисту Беру Гейгеру, а более конкретно его произведению «Философский комментарий на слова Евангелия, заставьте их войти». Во Франции, для которой Бер Гейгер писал эту книгу, вот эти слова Евангелия, заставьте их войти, трактовались как призыв к насильственному обращению в католическую религию. Бер Гейгер предоставил убедительные философские и теологические аргументы, опровергающие такое толкование, открыл дорогу религиозной свободе и мирному существованию людей, придерживаясь разных способов жизни. В тогдашнем контексте это разных религий. То, чем сегодня является либерализм, является таким широким обобщением того, что было заложено на мой взгляд Пьером Бейлем и Джоном Локом в письмах о веротерпимости. Вот, а вопрос вам тоже такой. У нас в России многие либералы придерживаются тезиса Макса Вебера про протестантскую этику и дух капитализма. И более того, делают из этого тезиса и следующий вывод, что православная религия является препятствием для развития капитализма здесь. Вот, мне хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Действительно ли православие препятствует капитализму? I'm going to answer in English because I'm not going to be able to do Russian off the top of my head. Well, by now you know my answer, right? Yes, I do believe that it is an obstacle. And mainly because I believe the English saying that ideas have consequences. All right. Well, I'm a Christian. I go even farther than that. I say ideas are consequences themselves of something bigger than them. And that bigger thing is faith. And what I say is, faith has consequences. And that's what the gospel says. It'll be unto you according to your faith. And unless you change your faith, your consequences are not gonna change. And you know also what insanity is, and insanity is doing the same thing, expecting different results. Right? But if faith has consequences, then insanity must be defined as believing the same things and expecting different results.
So yes, I believe that we're not going to have a significant change in the minds of men unless the faith changes in the majority of men. Historically, that's what I see in the Netherlands. You're talking about liberalism, you're talking about, maybe we can talk about the Enlightenment, about natural law, all these ideas. But let's get straight about it. It's all these teachings appeared much later than the emergence of capitalism. The Netherlands was not an Enlightenment society in the 16th century. It was not an atheist society. It was not a liberal society. It was a Calvinist society. Period. And we may be able to imitate the rhetoric in some places and achieve some results, and we see that happening in India, in China, in many places. But long term, we got to change our faith. Could I argue with you about this? I agree that it's worth taking Calvinism very seriously, and you've inspired me to think about it more closely. And I certainly agree with part of what you say. This notion of the hedge preachers, which is the breakdown of hierarchy, and not hierarchy, that isn't right the word. It's the priesthood of all believers, as Luther said. It's the breakdown of hierarchy in the church that then is inspires people to think that they can govern themselves. But I would be somewhat doubtful about stressing Calvinism all the way. I think maybe you're right for certain parts of Northwestern Europe. But after all, China right now, or India right now, are economically vital societies and are very far from Calvinist. So, you know, one third of the entrepreneurs of Amsterdam in the 17th century were Catholics who had come from Antwerp and places like that. And indeed, it was Erasmian regents who resisted the strict Calvinists in Rotterdam, Amsterdam, and Leiden, and so forth, in the 17th century. And that made for the success of the Republic. I'm open-minded about this, but we would need to look into it much more carefully. Can I answer? Sure, go ahead. Okay, I'll be short. Well, first thing, we're not talking about we're talking about a worldview here. We're not talking about a specific people, because, like you said in your book, I mean, people sometimes imitate or sometimes unconsciously accept the worldview, another worldview. So even if you had a Roman Catholic, or you had even Jewish merchants in Amsterdam, and mostly the Catholics were in Utrecht. But you're right. I mean, there were some in Amsterdam. It's still true that they accepted the prevalent worldview in the society, which was 70-80% at least in the early 1600s was Reformed Calvinist. So you have Roman Catholics living in Amsterdam, but you had Roman Catholics living in the south of Netherlands, Roman Catholics living
in Italy, Roman Catholics living in Spain, Roman Catholics living in France, but only those in the Netherlands were the capitalist Roman Catholics. Yeah, that's not quite true, but it's almost true. Yeah. And another thing is modern China and India, let's not forget that from a historical point of view, we're not talking about one generation, because growth in China and in India, we need to wait for another two generations. Usually it's three generations. And if for another two generations that growth is sustainable in China and India, we can say, yes, we don't need Calvinism anymore, or we don't need the worldview of Calvinism. But I'll argue two things. First, the thing that I'm going to argue is even the modern growth in China is to a certain extent imitating a worldview that is still extant in the West and is still here with us, in the States, I mean, not in most places. So it's borrowing that worldview for China and India. And the second thing is, how long is this going to last? That's another question. Let me remind you that Russia was developing very well between 1861 and 1917. That was one of the best developing regions in Europe. By the way, I'll tell you this. Do you know why the American farmers today invest more in corn than in wheat? You Russian peasants are responsible for it. Because after 1861, your ancestors were so good at producing cheap wheat that they just flooded the world, destroyed the French agriculture, destroyed the German agriculture, because they exported cheap wheat around the world, and American farmers were forced to move from wheat to corn because that's the way they could compete against your ancestors. But that was for only one generation, between 1860s until 1917. Y'all know what happened in 1917. So we're talking about three generations, four generations. I want to see that growth continuing over generations, and then I can maybe, you know, try to see there is something. Большое спасибо, Божедар, за то, что внесли в нашу дискуссию так сильно не хватавший нам двух противоречий. Кстати, русский, наверное, будет интересно узнать, что имя Божедара